правовое поле. Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Штогод у многіх структурах, арганізацыях і аб'яднаннях праводзяцца конкурсы на выяўленне лепшых у прафесіі, папулярызацыю дзейнасці ў мэтах павышэння адукацыі грамадзян у пэўнай сферы. Падобныя конкурсы не толькі сур'ёзныя творчыя выпрабаванні, іх правядзенне спрыяе ў тым ліку эфектыўнаму развіццю дзейнасці той арганізацыі, якая аб'явіла творчае спаборніцтва. Беларуская натарыяльная палата прымае заяўкі на конкурс «Натарыят і СМІ». Сёлета ён праводзіцца другі раз. Арганізатары асноўнай мэтай яго правядзення бачаць павышэнне прававой культуры грамадзян, ролі і значэнне права, а таксама папулярызацыю прафесіі натарыуса. Рассказывая пресс-секретарь Белорусской нотариальной палаты Юрий Лукашевич. В текущем году решением правления Белорусской нотариальной палаты количество номинаций конкурса увеличилось до 5. Добавлена номинация «Лучшее представление деятельности нотариата Республики Беларусь в социальных медиа». Участники, как и в прошлом году, также могут подавать заявки по следующим номинациям. «Лучшая публикация», «Лучший сюжет программы на радио», «Лучший сюжет программы на телевидении», «Лучшее представление деятельности нотариата Республики Беларусь в сети интернет». К участию допускаются журналисты как индивидуально, так и в составе авторского коллектива, нотариусы и работники нотариата, средства массовой информации и иные организации, доводящие информацию правового характера до наших граждан. Заявки на участие в конкурсе направляются до 15 марта 2024 года на бумажном или электронном носителе в Белорусскую нотариальную палату по адресу город Минск, улица Красноармейская, дом 24А, помещение 1, или на адрес электронной почты с пометкой «Заявка на конкурс «Нотариат и СМИ». Работы, опубликованные в печати, могут быть представлены в виде копии. Итоги конкурса подводятся до 5 мая. Победителей и призеров конкурса Белорусская нотариальная палата определит по материалам, опубликованным или вышедшим в эфир в 2023 году. Положение об конкурсе «Нотариат и СМИ» и форма конкурсной заявки размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Законодавство. Правовые акты Белорусской нотариальной палаты». Правовое поле.